Прыгадваецца суд над блогерам Філіповічам. Я таксама тут да таго, што можа быць загружанасць як-небудзь зменшыць. Нават міністр інфармацыі Ананіч у інтэрв'ю Еўрарадыё сказала, што блогеры гэта не журналісты, яны не падмяняюць сабой СМІ. Можа быць, з боку Верховнага суда варта было бы міліцыянерам даць зразумець, каб яны не стваралі гэтых спраў, не заводзілі па тым, што блогер замяняе з сабой СМІ, і не загружалі суддзяў дадатковай лішняй працай. Ну, я вам скажу, что как раз таки нагрузка по разгляду криминальных справ, по административных справах, может, несколько больше, и она находится сегодня у достатково разумных берегах. Складание с нагрузкой по разгляду громадянских справ, экономичных споров. Там сёння асноўныя праблемы, звязаныя з нагрузкай на суды. Дзеля гэтага ўнесены цэлы рад паправак у дзеючае заканадаўства, у асобнасці переданы на разгляд у натуральныя структуры цэлы рад бясспрэчных патрабаванняў о спагнанні задолжанасцяў. А что касается конкретных справ, ну, я уже отказываю на это питание. Когда мы сутыкнемся с ситуацией, когда в рамках, по-перше, конкретной справы убачим, что сделана системная помылка, обовязково отреагуем. Но снова-таки нагрузка судовая сегодня нас больше не покоит, по-перше, в громадянском и экономическом сегменте. На жаль, это так, и мы и далее будем принимать меры к тому, как эту нагрузку не оптимизовать.